В советском районе нечем дышать. Сегодня весь день к нам в редакцию звонили жители и жаловались. Минувшей ночью не могли уснуть из-за неприятного едкого запаха. Не спасали людей закрытые окна. Особенно сильно это ощущалось в районе Зеленой Рощи и Истинского поля. По словам жителей, только рано утром неприятный запах рассеялся. Специалисты Центра мониторинга окружающей среды Росгидромета сегодня пытались выяснить источник загрязнения воздуха. Но все показатели в норме. Зато нашли превышение в других районах. В Кировском и Ленинском формальдегида и этилбензола оказалось в 1,5 раза больше предельно допустимых значений. Добавлю, режим неблагоприятных метеоусловий из-за отсутствия ветра отменили еще на прошлой неделе.